Здравствуйте. Программа Face to Face подошла к самому источнику знаний. За моей спиной располагается известный на всю Европу Тарский университет, основанный в 1632 году королем Швеции Густавом Адольфом. Сейчас здесь учится очень и очень продвинутая молодежь. С ними-то мы и побеседуем. С вами снова программа Face to Face. С вами Феликс. И Алена. Мы находимся в Тарском университете и сейчас поспрашиваем у студентов об их жизни. Я сейчас этим на кюсимус куст перите олете. И из какого вы города, откуда вы приехали учиться в Тарту? Mina lõpetasin siis Põltsamaa keskkooli, mis asub Lõuna-Kesk-Eestis ja tulin Tartusse õppima vene slaavi filoloogiat. Ja praegu olen neljandal kursusel ning lõpetan juba kevadel. Mina olen pärit Elvast ja tulin ka siia õppima slaavi filoloogiat. Ta on ka praegu neljandal, aga ei lõpeta veel, võibolla järgmine aasta. Mina tulin Saaremaalt ja ma tulin õppima Tartusse ajalugu. Mitmedel kurss? Kolmandal. Ja iz Tallinna, tože ruski slavenski filolog, kak Pirat i Luda. Здравствуйте, меня зовут Марианна, я родилась в Тарту, здесь на Томе Мяги и поступила учить психологию. Сейчас учусь на четвертом курсе. Меня зовут Виктория, я сама из Таллина. И сейчас на четвертом курсе учу экономику. Я Наташа, я тоже из Таллина и приехала учить славянскую филологию. Сюда тоже четвертый курс. Здравствуйте, меня зовут Разин Алексей. Я родился в городе Великий Устюг, вырос в городе Марду и учусь на русской и славянской филологии на четвертом курсе. Меня зовут Дима, я учусь на третьем курсе журналистики. Меня зовут Дима. Откуда? Я из Нарвы. Minu nimi on Ester ja mina õpin koos Tiimaga ajakirjandust kolmandal kursusel. Меня зовут Татьяна, я из Нарвы учу социальную работу и административное управление. Я предпочел Тарту, потому что мне захотелось почувствовать свободы от родителей. Захотелось пожить одному, испытать чувство самостоятельности и ответственности за самого себя. И научиться готовить. У меня дело было так, что я просто хотела изучать языки. В пединститут я поступала, не поступила и не очень, в общем-то, и хотела. Поступила сюда, приехала сюда с огромным удовольствием, нисколько не жалею. Mina valisin Tartu sellepärast, et mu kodulinnas ei ole lihtsalt mingisuguseid koole, et see on nii väike linn. Ja Tallinnasse ma ei tahtnud sellepärast õppima minna, et Tallinn on liiga suur minu jaoks. Ja Tartu ülikool on ikkagi minu arvates kõige õigem ülikool terves Eestis. Tartu valisin vast sellepärast, et Tallinnasse ma kindlasti ei tahtnud minna ja siis minu õde oli juba Tartus ja siis tundus selle kõige parem valik. Я сама из Таллина. В Таллине, конечно, тоже можно было изучать русскую и славянскую филологию в педагогическом университете. Но Тарту – это все-таки академическое место. Все-таки хотелось какого-то образования и хотелось сменить просто место жительства. Да, и такой вопрос. Тарту – такой многонациональный город. Приезжают люди из разных городов, из разных стран. И какой он Тарту? Какой он для вас? Какая у него есть какая-то культура, какой-то вот дух Тарту? Ma arvan küll, et Tartu on teistest Eesti linnadest natuke teissugune, natuke vaimsem, aga mul ei ole endal nagu sellist väga head võrdusmomenti, sest ma olen ise tartlane, ma olen siit lapsest peale siin elanud selles mõttes, et aga Tallinnaga võrreldes ja mingisuguse väiksema koha või Pärnuga võrreldes on siin kindlasti hoopis teissugune atmosfäär. Ну, для меня Тарту, во-первых, родной город, а во-вторых, он, по-моему, как раз достаточно большой, чтобы здесь не было скучно, и достаточно маленький, чтобы здесь было уютно и чтобы в нем не затеряться, как, например, вполне возможно в Таллине.
И скажите, чем живут студенты в Тарту? Ну, говорится, что студенчество – это лучшая пора в жизни. Какие занятия еще помимо учебы, может, и чем, какие развлечения, какие увлечения, хобби? Vanasti olid, siis kui ma keskkoolis käisin, aga praegu ülikooli ajal nagu üldse ei jõua enam üldse mingite hobidega tegeleda. On ainult kool ja siis võib-olla mingid töökohad ja vaatad, kuidas ise hakkama saad. Et nagu mingid hobi enam nagu harrastamiseks aega lihtsalt ei ole. Ну, для меня в Тарту очень важно то, что многие студенты занимаются разными видами искусства. То есть многие занимаются музыкой, многие фотографии. Я сама хожу, раньше ходила в тартский фотоклуб, и мне очень нравилось это. Также у меня очень много знакомых и друзей, кто занимается музыкой, они диджеи, устраивают различные вечерины, занимаются видеоинсталляциями. Также есть ребята, которые рисуют, и вот мы... Вот есть такое общество студентов, общество русскоязычных студентов, как бы, и мы в прошлом году помогли им организовать небольшую выставку в Тарском университете, в библиотеке Тарского университета. Я одно время занимался КВНом, вот, мы репетировали здесь в Тарту и выезжали играть на таллинскую сцену Русского культурного центра, вернее, сейчас он называется Центром русской культуры. Вот, участвовали и играли достаточно успешно, дошли до финала. Вот, дошли до финала. Вот Таня говорила о выставках. Как раз я была одним из тех людей, чьи работы были на этой выставке. Это было довольно-таки... понравилось это мероприятие. Кроме того, у нас в Тарту есть... студенческие организации, как корпорации, ну, в основном это эстонскоязычная корпорация, а также вот наша молодая организация «Общество русскоязычных студентов», которая организует всякие встречи, территории игр, тренинги, а также пытается активизировать работу, как бы, жизнь, активизировать жизнь тартуских студентов. Mina õpin veel vene filoloogia kõrvalt nagu maalikunsti ja siis minu jaoks on see nagu Tartu on just see nagu õige linn, et õppida kunsti selle jaoks. Et ta on nagu väike ja armas ja siis minu hobiks on nagu mingi joonistamine maalimine ja see.